Здравствуйте, мои дорогие зрители! То, что вы сейчас увидите, будет относиться к основной анимации. Более подробно о проекте вы узнаете в этом видео. Приятного просмотра! Так, я решил вам сообщить, что добавил в игру еще одну версию автора. Опять? Зачем? Ну... Я хочу больше Уильяма! Больше Афтона! Пожалуйста! Пожалуйста! Я так захотел. Хорошо, что же ты придумал на этот раз? Одержимый аниматроник был, ошибка кода тоже. Я решил воспроизвести твою душу. Заходи. Охренеть. Наконец-то я смог выбраться оттуда. My name is Johnny. О боже мой, Афтон, выпусти его сейчас же! My name is Johnny. Так, твоя роль будет в самом конце. Повтори текст. Я всегда возвращаюсь. А как ты смеешься? Ха-ха! Попробуй, как он. Ну, точно не так. My name is Johnny. Я надеюсь, что хоть немного смогла поднять вам настроение. Ведь основная анимация все еще создается, но ждать осталось недолго. Специально сегодня я покажу вам маленький кусочек раскадровки из этой анимации. It is not surprising that troll is so easy to deal with. Запомни, ты это я, и все мои косяки касаются и тебя тоже. But I'm still much better than you. В любом случае, оригинал всегда занимает первое место. У меня очень много поклонников. А ты просто никчемная ошибка кода. Если вы продолжите ссориться, то я привяжу вас к стульям и заставлю слушать фанфики с вашим участием. Между прочим, от этой сцены все начали нас шиперить. Тогда люди не догадывались, что это будет Джонни. Поберегите вот этой участи. У вас наверняка возник вопрос, почему при этой сцене я закрыла вид крыльев. Ответ прост. У меня сломалось крыло. Просто сломалось. Вы посмотрите на этот ужас. Что с ним происходит? У меня все крылья. Вы посмотрите на этот ужас. О боже мой, вы просто посмотрите. Это вообще что происходит? Что вот с ним происходит? Его крутит, заворачивает, как клич трапа, летающего рядом. Пипец. А это, пожалуй, самая глупая сцена на свете. Так-то, по сути, она является отсылкой вот на этот арт. Анимация для ленивых, шевелится все, что только попадает в кадр. И больше ничего. Скотт вообще никак не реагирует на это. Ой. Вот вы посмотрите на это. Это что-то хоп, выскакивает. У него не шевелится. Эта сторона вообще не шевелится. Они смотрят друг на друга, типа... Какого хрена происходит? Еще одна интересная сцена появления Шэдоу Афтона. Вы все знаете, что было, пока как они на него пялились, да? Но никто не видел, как он пришел к ним. Просто вот вы должны посмотреть на это. Бух! И все. Просто бух сквозь дверь. Мне больше всего в этой сцене нравится трапы. Посмотрите на это, типа, они болтают, он так на них смотрит, типа, ооо, что-то тут интересненькое происходит, ооо. Ну что ж, я думаю, на этом все. Надеюсь, вам понравилась такая небольшая анимация.
Пока!